Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Битва. Ну что, пойдем попробуем еще немножко поиграть за ночной колпак. И будет против нас выступать заразительное сальце. Вот так вот. Ну что же, давай попробуем. Посмотрим, что у нас из этого вообще получится. Ага. Вот такие он гадости делает. Окей. Ну что, погнали. Ага. Получил свое. Смотрим дальше. Опа. Вот так вот он делает, да, значит? Ну, давай я сделаю вот так вот, к примеру. Окей, поехали. Что-то задумалось сальце. Угу. Так, у нас есть с тобой гриб. Ну, допустим. Так, что мы можем сделать? Можем поставить либо так, либо так. Нам как бы по барабану, да, по большому счету. Наносит 3 единицы урона. И флаг ему. Окей. Так, у меня еще есть один гриб, так что не паникуем раньше времени. Пам-парам-пам-пам. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так вот. Так, прячет за надгробие. Тут получает 3 плюс 3. Этого мы можем, наверное, убрать свой. Блин. Это плохо. Тюн-тюрюн-тюрюн-тюрюн. Поехали. Да ё-моё, ну... С какого перепуга он переместился-то? Почему не сюда, а именно сюда? Это мне непонятно. Ну и что он там? Этого будет прокачивать? Ну этого мы с тобой должны убрать, это однозначно, ребят. Все, пускай идет куда хочет. Так, ну а здесь мы сделаем... Вот так вот. Ну что? Что ты там ему вытянул? Во как. Амфибию. Так, ну понятное дело, что он этого уберет. Он улетит туда, в этот, в космос, блин. Такс. Вызвал, да, этого ханорика. Будет его, наверное, или этого прокачивать, или этого, я не знаю, кого именно. Этого решил, да? Короче, мы с тобой сделаем туда вот так вот. Да
Да хоть ты запрокачивайся, мне все равно. На тебе. Так, 8 здоровья мы ему оставляем. Так, теперь, ребят, самое главное. Самое главное. Сейчас, подожди, как тут лучше сделать-то? Так. Ставим так. Погнали. То, что он там размещает, это мне как-то все равно, если честно. Ну и ставим, наверное, вот сюда вот. Поехали. Естественно, этот сейчас себе восстановит здоровье. Но зато мы не получим урон. Этого разбираем. Так, грибы. Вот так вот он сделал, да, значит, получается. Ох, как нам тут лучше заковеркать-то, а? Давай сделаем так. Окей. Так, далее нам лучше. Блин, там у него, я не знаю, что будет. Сделаем вот так вот. Ну и, наверное, вот так вот. У него еще 7 энергии, ребята, так что все может поменяться. Так, он уничтожает мне растение. И прокачивает этого, да? Окей. Восстанавливает здоровье себе. Так, здесь мы этого уничтожаем. Этот же, по идее, должен улететь, насколько я помню. Да, этот улетает. Угу. Так, он сейчас если этого будет прокачивать, то, в принципе, нормально. Прокачал, да, получается? Так, поехали. Сделаем с тобой так. Сделаем вот так. И вот так. Он опять же уничтожает мне растения. Вот это плохо. Вот это, ребята, плохо, что он сделал. Так, у него там... Я, в принципе, знаю, что у него там есть. Так, у него нет защиты, как мы видим. О, хорошо, как нам досталось-то. Очень хорошо, ребят. Так, теперь сейчас будем... Серьезно? Ты сейчас серьезно вот это вот? Погнали. Так, и вот так. Пам-парам-пам-пам, поехали далее. Замечательно. Так, рулим дальше. Отлично. Продолжаем. Идеально. Так-с. Угу. Пам-парам-пам-парам-пам. Поехали. Все, пока.
Вот так вот, ребят. Вот тебе и весь колпак ночной. Разыграл на малышах и сделал. Вот, все, в принципе, казалось, что уже проиграли. Но, видишь, зато колпак, ребята, если, например, возьмут стража этого галактического, да? Которого нельзя пробить. Тут фейлимся, конечно. Ну что это, ну что, ну вот, более-менее. Так, опять же заразительное сальце. Поехали. Так, задумался, да? Допустим. Ох ты. Ты гляди, что вытворяет. Мы с тобой дождемся, пока он того сюда кого-нибудь поставит, да? И сдуем его. Танцы-шманцы. А почему ты сюда никого не поставил? Пи-пи. Вот и пи-пи. Давай, наверное, сделаю вот так вот. Так, подожди. Подожди, подожди, дожди. Я, наверное, одного уберем отсюда. Да зачем же ты не то убрал-то? Ай-яй-яй, не то ты убрал. Сейчас защита еще сработает. Нет, ребят, не сработало, и это хорошо. Дэнс-площадку будет ставить, этих будет прокачивать. Угу. Ну разве это танцор, ребят? Это же не танцор, блин. Почему они прокачиваются? Я не понимаю вот этого вот. Все? Твоя закончилась? Погнали. Значит, поехали. Заклинашка-то у него осталась, 100% тебе говорю. А если не осталось, то сейчас, когда у него защита сработает, он подобьет. Только вот кого? Только вот кого? Так, у нас есть с тобой. Ага, видишь, странный малый. Ну, в принципе, понятно, ребят. Уничтожает. Вот про эту защиту я тебе говорил. Выставляем. Окей. Какая благодатушки, ребята, смотрите. Микс. За каждого танцора, по-моему, нам крышка, ребят, сейчас будет. Слушай, нет. Не крышка. Сколько у него? 7 здоровья. Поставим тогда так. И блин, друзья мои, ну я не знаю. Ну давай вот так вот.
Че я туплю-то? Это же все равно, ребят, нас подобьет. Ё-моё, он же 3 в лицо наносит. Ай-яй-яй-яй-яй, я совсем забыл. Че-то я смотрел по урону. Конечно же, она пробивает. Надо было... Так а что надо было? Я бы ничего не сделал бы, уничтожив бы ее. 2 в лицо бы мы ему дали, и все. Нет, так не годится. Ржавый разряд. На чем? Я не знаю, ребят, на чем он будет играть. Сейчас посмотрим. Зачем я звезду себе оставил? Она 5 энергии требует. Но у меня в данный момент есть хотя бы что прикрыться, да? Мы можем с тобой поставить гриб. Опять же, рассчитывая на то, что у него нет валуна. И, соответственно, чтобы вот этот ландшафт не уничтожили. Тогда в этом случае, да, будет какой-то толк. Все равно непонятно, почему зомби на воде прибавлял танцорам... Ну что ты? Почему зомби на воде прибавлял танцорам 1 плюс 1? Разве он идет, как этот? Блин, что-то вышел, не стал даже играть. Непонятно немножко. Там же просто зомби как аквалангист. Там же не зомби, танцующий на воде. Вот я к чему говорю. Ладно. Так, а что у нас у гриба здесь? Я смотрю, плюс 4. Какие-то 4 новые карты есть, которые я... Кстати... А мы же можем с тобой, знаешь, что сделать? У нас же новая карта есть. Клан Анасы. И мы можем... Погоди, это что такое? Это что за колода? Что это? Это вообще не моя колода. Вот, наверное, которую я играю-то. Да, вот она. Так, я вот хочу вот эти вот. Может быть, нам поменять? Стоит ли? Даже не знаю. Как бы карта-то хорошая, но она как-то вот не вписывается, если честно, в мой этот. Че-то не могу понять. И там, мне нужен вот это, вот эту колоду дайте мне. Все, буду за нее играть. Причем там грибной какой-то. Как будто суп. Грибной колоду назвал. Грибной. Надо их помечать, ребят. Иначе путаться. Так, против профессора мозговая атака у нас, что ли, тут? Да, собственно, персона. Появился, не запылился. Ну что, на куробойках, наверное, будет играть, скорее всего. Я так предполагаю. Угу. Размещает двух идиотов. Да, ради бога. Так. Ну, этому минус. Сразу же тебе говорю. Разогнался, как говорится, да? Так, ну у него есть одна энергия. Не стал делать почему-то Эврику. Так-то мы сохраним. Ну вот, уже поинтереснее, ребят. Не знаю, кто там у него. Опа. Книга чит. Книга чит, ладно. Он прокачается, твою налево. Надо нам вот эти как-то убрать. Сейчас
5-3. Так, этого убрали. Ну что, я могу сделать тогда, знаешь как? Так, наверное. И вот так. И вот так вот сделаю. Так, у него 4 энергии, что он будет делать? Эврику свою придумывать или что там? Доборы карт. Нет, ничего не стал делать, ребят. Это плохо. Вот сейчас он возьмет Эврику. У него обычно на доборах все идет. А нет, зомби, а почему он сюда поставил, например, а не сюда? Не знаю, ребят. Купидоша, да? Подбил, такой довольный. Так, ну что? Сделаем вот так, наверное. Да и не буду я здесь никого убирать. Ну и ему тоже не дам прокачаться. У него, короче, колода на... Я так понял, он собирался сыграть на пиратах. Естественно, добор. Шаманство 3 карт. Почему опять у меня нет грибов, а? Ребят. Вот, видишь, что начинает делать. Давай вот этого попробуем брать. Это называется не фартануло. Не фартануло, ребята. Погнали. Этот чудило бьет хвостом, когда берешь карты. Понимаешь? Началось. Понял, да? И вот он начинает бомбашить. Он еще одного призвал такого же. Такс, ну что же мы тогда сделаем? А нам и сделать-то ничего, понимаешь? Можем вот так вот лупануть, конечно. Сюда подставить ландшафт. Ну и вот так вот. Проверим, я не знаю, ребята, может быть у него есть добор карт. Если у него есть, и он сейчас начнет добирать. Да, он его оставил специально. Ну и ты сам видишь, что происходит. Да, это, конечно, печально. Если у него сейчас там на доборах все осталось, то это вообще грустно будет. Угу. Добор, естественно, ребят, добор. Погнали. Что дальше, сюда? Дальше сюда. Погнали.
Так, ты должен бомбануть ему. И не добили. Слушайте, друзья мои, если он сейчас не возьмет с добором карту, все, ему крышка. Смотри. Такое бывает. Везение. Каждый играет на чем может. Он играл на вот этих вот, я играл на бобовых. И поверь ему, очень обидно стало. Почти, почти у победы был. И видишь, ничего у него не вышло. Классно, классно. Опять профессор, блин, со своей этой мозговой атакой. Как же вы мне дороги, а? Как же вы мне дороги, профессор, а? Опа. Ну давай я так сделаю. Угу. Ну в лицо-то, конечно, бомбанет. Неприятно, понятное дело. Но что я смогу с этим поделать? Смотрим дальше, что он будет делать. Опа. Ты гляди-ка. Уничтожил мои грибочки родные. Ну что, будем менять этот ландшафт, я так понимаю. Как бы это в наших интересах. Угу, размещает зомби-астронавта. Окей. Так, ну а мы с тобой занимаемся что? Добором? Наверное, я так понимаю, да? Угу. Угу. Этого говнюка в минус. Поехали. Ну, наверняка что-нибудь есть, 100% тебе говорю. Может быть, ландшафт у него есть или еще что-нибудь. Танцоров размещает. О, как хорошо-то. Танцоры встали, да не там, где надо, да? Угу. Освобождает мне местечко для расстановки, да? Два микса. Не-не-не, даже не думай, парень. Даже не думай. Че, уберем его, да, отсюда? Или как лучше нам сделать? Пам-парам-пам-пам. Я знаю, что он будет прокачивать его. 100% он его будет прокачивать. Поехали. Делает шаманство. Поехали дальше. Хопа. Замечательно, добор. Еще лучше. Угу. Ну что ж, друзья мои, давайте сделаем так. Защита у него сработала. Создает зомби. Мы его сейчас чуть-чуть покнем, естественно, да, ребят? Заморозку делает.
заморозил здесь. Мы этого уберем отсюда. Так, погнали дальше, смотрим, ребята. Ждет, что-то ждет, что-то выжидает. Ну это... Ага, ага. Так, еще летучих мышек выставляет. Хорошо, ну это мы с тобой уничтожим, понятное дело, да? Просто он думает, что у меня здесь ничего нету. То он глубоко ошибается. Ландшафт 3. Это 4, 4. Блин, фигонько. Да, на этого даже внимания не обращаем. На этого я даже внимания не обращаю. Бя. Серьезно? Погнали. Тын-тын-тын-тын, да? Уже не знаю, что делать. Ну, хорошо, все, все. Давай, поехали. Блин, у нас защита сорвать должна? Да ё-моё! Со своим шаманством, блин. Так, он же сейчас что-то, по-моему, будет брать. Усы там или что-то такое. Так, ребят, ну что? Это пугало огородное нам не нужно, ведь так? Конечно, нет. Поэтому погнали. Иди отсюда. Бомбит, понятное дело. Так, и... Ну да, в принципе. Делаем так. И вот так. Поехали. Ух ты, ландшафтик меняет, прикинь. Такс. Ну неужели я дождался этот гриб, а? Я уже было думал, не дождемся мы его. Прикрывается по всем фронтам, да, я смотрю. О, даже как делает. Так, ребята, нам надо делать следующее. Так. Убираем вот этого отсюда. И вот так вот. Поехали. Ага. Иди отсюда. Так, ты тоже пошел вон. Иди нафиг. Ох. Замечательно. Ну же, ребята, смотрим, что он сейчас делает. Ну и, естественно, пробиваем любую карту, выставляем. Нет, парень, это не поможет тебе. Это тебе уже не поможет. Все. Все. Так, командная эволюция уничтожает зомби. Росточек.
Бумс. Вот этого убей, пожалуйста. Ну, поехали, посмотрим. Все, что ли? Все? Я-то думал, он поборется еще. Да. Ничегошеньки у него не получилось. Ну и фиг с ним. Так, друзья мои, мы с вами получили следующий ранг. 23-й. Поехали дальше. Замех. Замех, я тебе еще раз говорю. Мне не нравится только одним. Это своим вот этим вот ударом. 3 урона основной цели, по единичке остальным. Вот прям не знаю, что хочешь делай. И вот сидишь и думаешь, а есть ли у него этот удар или нету. Можно протемнить. Просто протемнить до, я не знаю, до ландшафта. Он ничего не делает, ничего не выставляет. Опа. Опчик. Смотри, что творит. 4-5. Как тебе такой раскладик? А я вот так вот сделаю. Да, я понимаю, понимаю, ребята. Наносит он мне урон. Сейчас он будет сюда что-то ставить. Он ставит сюда надгробие. Поехали тогда. Ну а что нам терять? Сам понимаешь, терять нам уже здесь и нечего. Нормально? Нормально. Поехали дальше. Угу. Замечательно. И вот так еще сделаем. Поехали. Ой, какой молодец. Какой молодец. Отлично, ребят. Да. С этим надо что-то партизанам делать. Что с ним тут лучше сделать-то, я даже не знаю, ребят. Давай так вот поставим. Да и все, пока. Сейчас будем смотреть, что он будет применять. Скорее всего, 3 урона, про которые я тебе говорил, и по одному каждому. Скорее всего, так. Ага, нет. Вон что он применяет. Окей. 8 здоровья ему оставляем. Звездочка, ребята. Так, ну я теперь боюсь, что у него будет вот эта вот штучка, которую он сейчас только что применял. Такой же может быть? Мне кажется, вполне. Так, давай-ка я вот так вот сделаю, наверное. И вот так. Так и вот так. Угу. Уничтожил, да? Ну все, придется этого выкидывать на следующем ходу, ребят. Я других вариантов вообще не вижу. Ну что, 3 заряда и все, ему крышка, ребят. Да? Да. 3,3,6, у него 5 хп, поэтому погнали. Бамс. Упс. Давай вот так вот сделаем.
Ага, ага. Я тебе говорил, что у него есть этот удар. Я ведь тебе говорил, что этот удар у него есть. И вот он и воспользовался. Испугался аж бедный. Но что мы с тобой можем делать? Сейчас посмотрим, что он тут выставит. Ха-ха-ха, доборы пошел брать. Да-д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 а. Я так и понял. Уху, еще и этого сюда поставил. Все? Эх. Молодость зелена, да, как говорится. Поехали, друзья мои. Стоп. Ну, в принципе, что стоп-то? Да, все правильно мы делаем. Так. Можно сделать. А так вот опасно. Ну, я, наверное, вот так вот сделаю. Да и хорош пока. Мы все выжидаем чего, ребята? О, все. Друзья мои, он спекся. Поехали. Эх, грибочек мой родной, ты грибочек. Вот и все. Неплохо, да? Ночной колпак сегодня в угаре. Отжигает по полной программе. Поехали. Бесячество. Ну, тут уже 36-й ранг, ребята. Чел шарит. Чел шарит 100%. Нет, вот это лишний, мне кажется. Сундук я тебе не дам. Погнали. Размечтался сундучок взять, ага. Ну, это уже похуже. Это уже, ребят, похуже. Блин, ну мне как-то жалко. А с другой стороны, что делать? Не давать же ему доборы. Да? Жалко, у меня этого нету. Дождик или как он там? Опа. Ну ты посмотри, что вытворяет. Ты посмотри, что он тут вытворяет. Погнали, сделаем так. Да, и, наверное. Так, с другой стороны, нафиг он мне. Давай вот так вот сделаем. Плевок в лицо ему сейчас. Тьфу. Ну да, да, да. Карту, конечно же, взяли. Поехали. Так, с одним разобрались. Ну, господи, ну какие беседы. Как он меня раздражает. Мне невыгодно, ребята, брать вот этого сейчас, если мы будем опять со своим пиратом, а? Две единицы урона всем, да, эволюция?
снег тут лучше сделать-то? Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Вот так вот и... И никак пока больше. Окей. Неужели у него еще такие есть? Могут быть. Что там у него может быть, ума не приложу. Ладно, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас же два раза меня вмажет. Совсем забыл про эту всю гадость-то. Поехали. Кровожадность и прочерк. Вот тунгус, а. А он карту возьмет или нет, ребят? Если вот я его подобью. Нет, не возьмет, отлично. А, взял что ли? Твою налево, а, ребята, взял все-таки. Стоп. Угу. Кто там у тебя? Вот он какой чувак. Слушай, он же может разыгрывать же зомби и брать, по-моему, да? Насколько я помню сейчас. Так и есть, ребята. Может выбирать зомби и брать. Ну тут, да, тут, конечно, сложновато. Вот этот хмырёныш, конечно, нам тут навредит. Да ты заколебался своим сундуком, а? Нахапал сундуков целую гору. Ладно. Даже вот так вот, да? Даже вот так вот ты сделал. Ладно. Как нам тут прикрыться-то лучше? Три-три. Даже не знаю, друзья. Ну давай так поставим, наверное. И вот так. Поехали. Прокачка. Ребят, это просто фарт. Гриб уничтожил здесь. Ну, просто везение, ребят. Просто, я не знаю, суперское везение. Такое очень-очень редко бывает. Ну, ты сам видел прекрасно, что гриб просто бомбанул именно в того, в кого нужно было. Тем самым расчистил мне путь. И мы пробили. Я представляю, как его сейчас жаба там душит. Меня бы лично душило бы. Да как так? Да почему? Да с какого фига? Мне не везет, а у него, как всегда. Не, серьезно тебе говорю. Это, конечно, было классно. Ну что, давай, наверное, возьмем. Вызовем, да? Давай, вызовем грибочки эти. Просто хочу посмотреть, что он будет. Убивать их камушками или не будет? Нет, не стал.
Вот кто там у тебя? Я вот даже не знаю. Я даже ума не приложу, кто у тебя-то может. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо, ребят. Понижает, понижает. 1-1 становится. Но зато мы ее уничтожим сейчас. Уничтожим. Так, еще двоечку в лицо. Окей. Ох. Ну, это хорошо, ребята. Так. Вот этот шалопай, ребята, нам как бы там не особо нужен. Поехали. Ай, твою дивизию. Ребята, сейчас защита у него сработает. Понимаешь? И что он сейчас делает? Да ничего он не стал почему-то делать. Почему-то не стал ничего делать. И я вообще-то... ХПшка у него должна быть там. По идее-то. Медик. Вот почему он, ребята, ничего не боялся, да? То, что у тебя там медик. Я могу, конечно, прикрыться. Поехали. Пока идем вровень. 14-14. Вот это хороший гриб. Но вот как им воспользоваться? А давай я сделаю, наверное, вот так вот. И вот так вот. Что он там уничтожает? Да уничтожай, господи. Он думает, что я держусь за это растение? Нет, конечно. У меня немножко другая тема. Давай, давай, транжирь. У меня здесь немножко другая тема. Я больше здесь на грибах все-таки. Ну, понятное дело, здоровье. Понятное дело, ребят. У меня-то нет здоровья здесь. А у него есть. Опять медик. Ну, этого медика, естественно, мы шваркаем. Дальше ставим вот этот гриб. И что? Ну и так вот. А другого варианта нет, ребят. Сейчас, правда, защита опять. Но это последняя защита, которая у него есть. Дождик нам пригодится. Смотрим. Конечно, вот эту фасольку я зря, наверное, поставил сюда. Лучше бы этот гриб влепил бы. Ага, ага. Ага. Вот такой вот ты, да? Такс. Еще лучше, друзья мои. Так, мы сюда, наверное, поставим, да? Ну да, наверное, влепим сюда. И вот так еще сделаем. И посмотрим на весь этот расклад. Надеюсь, у него нет аэрозоли. Нет, он восстанавливает себе здоровье. И вешает безумие. И он думает, что это ему поможет, что ли? Да, ну ладно, давай, поехали. Сейчас будет орех мой, ой, гриб мой бомбить, смотри. Ты дичь. На, на, еще тебе. Хоба. Итого, ребята, 7 хп мы им все. Слушайте, весна, что? Да ну нафиг.
Поехали. Так. А вот теперь сижу и думаю, как мне вот этого пробить, чудика-то. Да то, что ты барана своего поставил, это понятное дело. И чё мне это даст? Угу. О, даже как. Давай вот этого добей. Да, друзья мои, дело дрянь. Да ты заколебал. Кого он, вот этого хилить, что ли? Так, понял. Поехали. Угу. Сейчас этот начнет орудовать. Малый. Понятно, что я его сейчас пробить не могу здесь. Да куда ты бьешь-то? Почему ты все... Блин, ну все ему в лицо бьет. Все пытается ему пробить. О! Ну и все, ребят, по-моему. Сюда бьем. Сюда ставим. Поехали. Слушай, а у нас защита сработает или нет? Сейчас вот этот гриб обидит только. Обидел? Сейчас в ответочку. На, но не... А, ну все, тем более тогда. Все, иди отсюда. Чтоб не нервировал просто меня здесь. Хе-хе-хе. Ну и все. Все, друзья мои. Эх. Замечательно. Замечательно. Да, против этой мумии, конечно, пришлось повоевать очень тяжело. Но, тем не менее, пробили. Так, ребят. Ранг повышения, все хорошо. 300 кристаллов у нас почти. Там заданечко какое-то. Выиграть игру хитрым зомби-героем. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.